Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Все, штурмуем. В Забайкальском крае сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и бойцы полицейского спецназа провели успешную операцию по задержанию вымогателей. В правоохранительные органы поступили заявления от трех жителей Могочинского района о том, что группа лиц вымогала у них денежные средства в размере 160 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью установили, что к совершению данных преступлений причастны 7 жителей Могочинского района и их сообщник из Читы. А во время спецоперации, проведенной в нескольких населенных пунктах Забайкальского края, злоумышленники были задержаны бойцами СОБР и ОМОНа. Преступная группа и ее участники занимались совершением квартирных краж граждан, вымогательствами с индивидуальных предпринимателей. Лидерами этой преступной группы молодежи навязывались так называемые принципы воровской жизни, стремление к воровским идеалам. У подозреваемых изъяты незарегистрированные охотничьи ружья, боеприпасы различного калибра и травматические пистолеты. Кроме этого, дома у одного из задержанных обнаружено вещество растительного происхождения с характерным запахом конопли массой 1 килограмм. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье 163 «Вымогательство». Раскрыто ряд имущественных преступлений. Наказание по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. Александра Леонтьева, Илья Татауров. Специально для Забинфо.ру.